Алло, мам, я буду в хлам. Ой, блядь. Я тебе купил, Виталий, новую стиральную машину, блядь. А, она новая машинка? Ну, блядь, они пизданули ее. Одну ступень. Вторая ступень. Когда ты возьмешь, я знаю. Ты же тигр. Ты лучше. Ты лучше Федора Емельяненко. Подожди, у меня уже сердце прихватило. Давай. О! Бум. Можешь ли, Игорь, у тебя здоровье? Нет, у него сердце больное, ему нельзя, во что? Не так ёбнуло, что сюда отдало. Куда? А жонку молодую ебать? Давай, блядь, заебай меня. Здоровье есть? А? Я соседа прошу. Игорь, молодец, блядь. Сосед похож просто на тебя, да? И дети все, твоя копия рождается. Давай, пацаны. Давай, пацаны. Дима, вот, у Светки вот здесь, садик Свет, возьми, забери его. Твою мать. Сломай сейчас ее. Да не волочи ты ее, Вить, возьми. Блядь, бедная машинка. Стой, блядь, ты. Блядь. Да ну нахуй я ебал, ворвал. Тяжелая, блядь. Ну, Витя, я в тебя верю, давай уже. Да, раз, два, три и... Ох, блядь, нет, не подумай. Да ладно, блядь. Иди с той стороны, а ты иди сюда. Лев, который зайчик, блядь. Пиздец. Молодец. Помоги ему. А ты что не сделаешь, блядь? Аллилуйя, ёб твою мать, и года не прошло. 3 минуты уже записываю. А в ТикТок влазить всего минута. Минута. Блядь. Смотри, ему на ногу упала машинка, помоги ему. Давай где-нибудь в интернете. Все, пиздец, пусть подъезд теперь нахер стирает.